Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив филиала Южный, государственного унитарного предприятия Мосгортранс. Автобус следует по маршруту номер 184 до конечной остановки станции метро Пролетарская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы, уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам, беременным женщинам и людям старшего возраста. В салоне автобуса поддерживайте, пожалуйста, чистоту и порядок. Во избежание травм во время движения держитесь за ручки. Следующая остановка – Хлебозаводка. Хлебозавод. Следующая остановка – 56-я городская больница. Внимание! Во время начала движения автобуса и при подъезде к остановочному пункту в избежании падения держитесь за поручни.
городская больница. Следующая остановка – Павелецкая набережная, дом 2. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы, уступайте места пассажирам с детьми, инвалидам, беременным женщинам и людям старшего возраста. В салоне автобуса поддерживайте, пожалуйста, чистоту. Павелецкая набережная, дом 2. Следующая остановка – детский сад. Уважаемые пассажиры, на машинах наземного городского пассажирского транспорта организован ежедневный контроль оплаты. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа просим вас своевременно осуществлять оплату. Все нормально у вас? Следующая остановка – станция метро Пролетарская. Конечно. Может, мобилизовалась, может, действительно бывает так, знаешь, что не плохо себя чувствуешь. Вот. Нет, нормально, хорошо, так нормально. Все стало плохо, как вы, во всяком случае, виделись. Вот. Я уже сто лет там не была, и вообще, да. Твои-то как? Как? Ладно, Ириш, давай тогда всем большой привет. Передавай мамочке с папочкой огромный дар. Пока, счастливо.
Станция метро Пролетарская. Конечно, при выходе из автобуса не забывайте, пожалуйста, свои вещи. Уважаемые пассажиры, соблюдайте правила дорожного движения. Всего вам доброго.